Дорогие мои подписчики, здравствуйте. Мы сегодня делаем распаковку вот такого вот корма «Четыре лапы» для чувствительного пищеварения. Давайте мы посмотрим на состав и как выглядит корм. Это упаковка 5 килограммов. Вот так выглядит корм. Интересные такие грани. Вот такие вот бубочки. Посмотрим, как будут кушать это котики. Обязательно напишу отзыв, как он пошел. Вообще всегда говорят, что корм надо смотреть спустя 3-5 дней, чтобы он был хорош на входе и на выходе, и чтобы не было, простите, крови в какахах у котиков. Тогда корм подходит, и чтобы у котиков не было рвоты. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, тем этим носик ваших котиков.